Видно, слышно меня. Подскажите, пожалуйста, поставьте оценочки в нашем чате. Хрипит. Сейчас, секундочку. Попробую что-то с этим сделать. По 10-бальной шкале оцените, пожалуйста. Сейчас немножко прибрал микрофон. 10, 10. Лучше. Отлично. Отлично. Вот, я всех приветствую на нашем событии, на регулярном телемосту, который мы проводим ежемесячно. Сегодня расскажем вам очень много интересного, много новостей, которые нас ждут. Сегодня нас не 1000 человек, как бывает обычно, но все равно это приятно, что люди, те, кто в отпусках, все в отпусках сейчас, да, и все-таки, я думаю, что к концу мероприятия у нас человек 350 должно набраться. Вот. Всех вообще поздравляю, потому что каждый день действительно того, чего мы делаем, это очередные наши победы. Это победы, которые, я очень в это верю, принесут нам очень хороший результат уже совсем в ближайшем будущем. Все вы знаете, кто не знает, всех мы приглашаем на выставку Инотранс, которая пройдет у нас в Берлине. Это будет с 20 по 23 сентября. Покупайте все билеты, потому что вот Инотранс сайт, он повысит стоимость этих билетов, и уже за эту стоимость вы уже не купите. Также 24 числа у нас ожидается конференция, которая пройдет там же в Берлине. Она уже будет не на выставке, просто многие задают вопросы и не понимают разницу. Это будет конференция как раз для партнеров, акционеров SkyWay, где мы, собственно, с вами познакомимся, поговорим и расскажем также очень много новостей. Вот. Одно из сегодняшних событий. Сегодня выступит у нас руководитель IT-отдела, его зовут Евгений Куприянович. Вот, и он вам сегодня представит и покажет личный кабинет, который мы подготовили для наших партнеров. Это новый дизайн кабинета. Сегодня вы посмотрите, он сейчас на стадии подготовки самого кабинета. Вот, также, как вы уже успели заметить, в личном кабинете на сегодняшний день у нас уже порядка 7 языков. Это все связано с нашим очень бурным ростом в европейских странах, да и вообще мы просто, ну, на самом деле не успеваем мы под развивающиеся события подготавливать материалы, но все делаем для того, чтобы когда у нас появляется региональный представитель, региональный лидер в той или иной стране, мы непосредственно подготавливаем сейчас очень активно все необходимые материалы для того, чтобы данная страна эффективно и активно развивалась. Небольшие цифры вам приведу. Это на самом деле заслуга каждого из вас, каждого из нас. Это наша общая заслуга. На сегодняшний, вот на данные, на 1 августа мы провели более 500 конференций в различных городах и странах. Это получилось у нас более 14 стран и более 48 городов мира. Вот, это еще раз хочу повториться, да, я со стороны руководства компании SkyWay Capital, от членов правления, мы благодарим вас за эту работу, потому что это действительно работа была проделана совместно с вами, и очень приятно, на самом деле это большая победа, когда мы открываем новые страны, и к нам добавляются уже, приходят новые инвесторы. Инвесторов на сегодняшний день уже более 80 тысяч. И на сегодняшний также день более 80 стран в числе наших инвесторов, несмотря на то, что региональные мероприятия у нас проводятся, ну, проводились пока в 14 странах. Но буквально, думаю, в ближайший месяц мы добавим еще 5-6 стран, где инвесторы будут также активно принимать участие. Сейчас на данный момент проект SkyWay обретает просто невероятную популярность, о нем все узнают все больше и больше, начинают интересоваться уже власти,
уже интересоваться. Вот так сразу скажу вам, да, вот на этой неделе провел достаточно много встреч уже с министром строительства по Республике Татарстан, с бывшим мэром города Тюмени, где рассказал, представил проект. Он показался очень интересным, этот проект, и планирую так, чтобы эти люди у нас присутствовали на экотехнопарке, на мероприятии, которое у нас будет проводиться в конце октября, начало ноября, пока еще даты точно нету. И формата пока точного нету, да, об этом мы уже сообщим более позднее. Также что еще хочу сказать вам, что буквально после того, как мы представим новый дизайн в личном кабинете, у нас будет представлена новая юридическая схема, непосредственно по которой мы уже будем работать с европейскими странами, с Россией, СНГ, Прибалтикой и так далее. Вот. Как вы успели заметить, у нас все чаще и чаще ролики появляются на канале YouTube у головной компании по тому, что мы активно принимаем участие в различных спортивных мероприятиях. И на данный момент хочу вам сказать об одном, ну, такие мероприятия, вот как Кирилл Шимко поставил мировой рекорд, такое мероприятие, как были соревнования по гребле. И сейчас у нас, ну, у группы компаний Skyway, не буду говорить, что это у Capital, да, потому что это организовывает группа компаний Skyway, у нас будет мероприятие, которое называется Boom Fest. Оно будет проводиться с 17 по 21 августа. Это будет Сочи, Роза Хутор. Это мероприятие, там пройдут соревнования по таким видам, как граффити, пилону, паркуру и воркауту. На этом мероприятии будет более 3000 человек участвовать. И на самом деле организаторы этого мероприятия являются нашими партнерами, акционерами и предложили группе компаний Skyway принять участие в том, что у нас есть возможность непосредственно прорекламироваться на данном мероприятии, где мы, ну, потенциально сможем вот этих всех участников, которые будут там, они будут нашими акционерами. Вот, они проявили интерес, им стала эта тематика очень интересной. Приглашаю всех, кто у нас находится в Сочи, партнеры Skyway, приглашаю на данное мероприятие. Я вам сейчас скину ссылку на него здесь в чате. Приходите, также принимайте участие. Будем очень рады вас там видеть, там же сможем познакомиться. На этом мероприятии будет Сергей Сибиряков, я буду на этом мероприятии непосредственно, Надежда Косарева, где мы сможем с вами также пообщаться, возможно, чем-то сможете нам там помочь. Вот, пока мы еще до конца, вот сейчас прорабатываем с организаторами, ну, все, где какая площадка будет, где что и в чем необходимость будет нашего участия, где мы поможем. Также проведем там небольшое шоу, которое проведет Кирилл Шимко, он также с нами туда поедет. Вот, поэтому всех активно приглашаю. У нас в чате немножко затишье такое, немножко, ну, напишите, слышно меня вообще, не слышно. Во, отлично. Что также хотел сказать? Выразить хочу вам свою благодарность вот за то участие, которое вы на самом деле, за тот вклад, который вы делаете вообще для развития каждому из вас, потому что, ну, ежедневно мы общаемся с партнерами, акционерами, ко мне много людей добавляется, много пожеланий от вас поступает, где-то вы что-то нам помогаете в плане, мы можем что-то где-то не заметить в связи с нашим активным таким бурным ростом, да, в плане наших ресурсов, где-то переводы бывают, да, мы это все понимаем, все исправляем, очень, ну, откликаемся и очень вам признательны за вашу помощь. Вот, сейчас буквально 5 секунд, я сейчас узнаю, у нас готов человек, это наш руководитель IT, который представит непосредственно, сейчас вам покажет, как будет выглядеть личный кабинет. Жень, я бы хотел тебе передать слово сейчас.
Подключись, пожалуйста. Меня хорошо слышно? Я сейчас, дорогие друзья, включусь после. Секундочку. Дорогие друзья, там у нас не могут подключиться, сейчас решается этот вопрос. Давайте мы сделаем таким образом, с вами поступим. Сейчас я представлю, как вот мне Евгений сейчас отпишется, да, что он будет готов включиться и презентовать. Вот. А пока, чтобы мы не сидели, не ждали, я представлю нашего очередного спикера. Вот, очень люблю ее и уважаю. Это моя коллега. Человек, который очень много делает на сегодняшний день для развития компании Skyway Capital. Да и вообще в целом для проекта Skyway. Человек, который активно занимается проектом, развитием новых регионов, подключением новых стран, а также маркетингом, который непосредственно мы вам представляем. Попрошу ее сейчас включиться. Вы все ее очень хорошо знаете. Это Инетта Анжина. Инетта, подключитесь, пожалуйста. Спасибо, Евгений. Вот, а я, в свою очередь, хочу сказать, что как только будет готов Евгений, да, знать, мы его включим где-то на каком-нибудь спикере. Благодарю всех за внимание, дорогие друзья. Я отключаюсь. Еще раз благодарю. Всего доброго всем. Коллеги, еще, пожалуйста, подтвердите звук микрофона, как слышно. Алло? Слышно ли? Спасибо, спасибо. Я начинаю с такого же приветствия. Здравствуйте, лучшая команда Skyway Capital. Действительно, это так. Вы суперская команда, мы все вместе. И понятно одно, что сегодня хочется только сказать спасибо, благодарить за вашу активность, за ваше участие. Это делал уже Евгений, ему спасибо за красивое представление меня. И если говорить о том, что мы делаем, то мы, конечно, работаем удивительно, хотя не всегда мы довольны результатом и хотим, чтобы сделали еще лучше.